Имена первопроходцев Мегиона увековечили на бронзовых страницах. Три скульптуры в виде раскрытых книг установили на территории аллеи Трудовой славы. Барельефные портреты Фармана Салманова, Георгия Норкина и Владимира Абазарова. Их биографии с иллюстрациями рассказывают историю мегионской нефти. Аллеи Трудовой славы возводят к 40-летнему юбилею города на берегу Меги. Работы по благоустройству площади перед памятником первопроходцам планируют завершить в сентябре. Строителям еще предстоит выложить аллею тротуарной плиткой и установить по периметру освещение и скамейки. Отмечу, следующим этапом масштабного благоустройства набережной Меги станет строительство скейт-парка. Из-за пандемии его отложили до следующего года.